Здравствуйте. Что же такое коррупция? Это традиционное нечто, присущее каждому обществу и государству? Это культурная особенность нашего государства? Это болезнь, которая мешает развитию общества и нормальному функционированию государственных институтов? На эти вопросы мы ответим, изучая дисциплину «Профилактика и предупреждение коррупции в учреждениях и организациях». В рамках этой дисциплины мы рассмотрим несколько тем. Узнаем, что же такое коррупция, какое у нее официальное определение в Российской Федерации, что понимается под коррупцией на международном уровне, каково отношение к тому или иному составу коррупционного правонарушения в разных странах. Узнаем, что коррупция – это социальное явление. Узнаем об общественной опасности коррупции и рассмотрим ее негативные последствия для общества в целом, для государства и для каждого гражданина в отдельности. Мы изучим систему нормативных правовых актов как международного уровня по противодействию коррупции, так и рассмотрим систему правового регулирования противодействия коррупции в нашей стране. Узнаем исторические особенности противодействия коррупции в России на протяжении веков. Кроме того, мы сумеем различить коррупционные отношения, влекущие за собой разные виды ответственности. Узнаем, какая именно ответственность предусмотрена за то или иное коррупционное деяние. Узнаем о том, что коррупция может быть совершена как в виде действия, так и в виде бездействия. Узнаем о субъектах коррупции. Узнаем о составах коррупционных правонарушений и преступлений. Особо рассмотрим причины коррупции, выявим коррупциогенные факторы, свойственные как в целом нормативным правовым актам, общественным отношениям, так и специфические коррупциогенные факторы, свойственные только сфере образования. Узнаем, какие же цели ставят перед собой те или иные субъекты коррупции, в какой форме могут совершаться коррупционные правонарушения, в чем именно заключается противоправность того или иного деяния. Кроме того, мы поговорим о понятии и сущности противодействия коррупции, выявим причины коррупции в образовании и узнаем о направлениях их преодоления. В рамках курса мы также рассмотрим такую ситуацию, как конфликт интересов, как преодолеть эту ситуацию, как ее разрешить и как сделать так, чтобы эта ситуация с вами никогда не случилась. Кому нужно незамедлительно сообщить о том, что вы являетесь стороной конфликта интересов?